we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. Всем привет, друзья! Тематика света – это очень важный аспект в жизни любого автомобилиста. И если у вас плохой свет, то значит вы будете себя чувствовать неуверенно на дороге, и вообще вам будет очень плохо ездить в любое время суток, то есть вечером и ночью. Особенно, когда сильный туман. И вот сегодня я вам покажу вот такие вот LED-овские фары для вашей машины с переходником H4. Эти фары подойдут на множество машин, так как переходник H4 самый распространенный из всех видов машин, опять же. Мы сегодня с вами их протестируем, я вам покажу, что это такие за фары. Сегодня мы поставим на эту красоточку эти LED-фары и посмотрим их в действии. В общем, ставьте лайк и погнали смотреть. Приятного просмотра! Особенностью данных ламп является ряд преимуществ перед галогеном и ксеноном. Светодиодные лампы могут быть установлены на любой автомобиль самостоятельно, без каких-либо изменений в конструкции фары, а минимальный размер охлаждающей части лампы позволяет спрятать ее под крышкой фары. Достаточно просто зафиксировать лампу в фаре и закрыть крышку фары. Благодаря правильному размещению диодов на лампе и правильному выдержанному фокусному расстоянию, вы получите четкую светотеневую границу, которая максимально освещает просматриваемый вами участок дороги до верхней границы, выше которого свет может ослепить водителя встречного транспортного средства. В сравнении с галогенными фарами светодиодные лампы излучают в 3 раза больше света и обладают увеличенным сроком эксплуатации. Это у нас 50 тысяч часов против 300 часов галогена. Влагозащита ламп по стандарту IP68, они совсем воды не боятся. Цветовая температура 6500 кельвинов, цвет белый. Алюминиевый корпус лампы охлаждается с помощью бесшумного кулера с оборотами в 12 000 оборотов в минуту. Рабочая температура от минус 40 до плюс 80 градусов. Мощность 10 000 люмен в паре. Рабочее напряжение 9,32 вольта. Потребляемая мощность 32 ватта или 72 ватта в паре. Они в 3 раза ярче галогена. Срок эксплуатации в 160 раз дольше галогена. Моментальный розжиг в 0,1 секунду. Есть EMS-фильтры, которые защищают от радиопомех. А еще 2 года гарантии от проверенного магазина Banggood. Как устанавливаются лампы, вы сами видите. Все очень просто и быстро. А теперь переходим к тестам. Посмотрим, как светили старые лампы и новые. Старый свет. Ближний свет. Дальний свет. Ближний свет. Ну, то есть мы видим, что свет очень слабый. Сейчас включим дальний свет. Дальний свет. Это дальний свет. Это дальний свет. Это ближний свет. Ближний свет. Дальний свет. Это старые линзы у нас. Еще раз ближний свет. Дальний свет. Дальний свет. Ближний свет. Дальний свет. Старые линзы. Ближний свет новых ламп. Дальний свет. Ближний свет сейчас будет. Ближний. Дальний. То есть разницу видите на лицо. Реально новые лампы светят намного далее и намного круче. И свет более рассеянный.
но в то время четкий. Ближний свет и дальний свет. Новый свет. Это ближний свет, а сейчас будет дальний. Это у нас дальний свет. Ближний. Это у нас ближний свет. Вот такие у нас дороги в Украине, ребят. Это у нас ближний свет. А дальний? Дальний свет. Ближний. И дальний. Вот такие у нас лампы ледовские. Мы очень довольны. Все круто. Ну, дорогами мы, конечно, недовольны, но хоть лампы нормальные. Потому что дороги ужасные. Вот такие у нас сегодня, ребятки, товары, вот такие у нас сегодня фары. Пишите в комментариях, что вы думаете о данных линзах или фарах, я их линзами называю. Вот, нам они очень понравились, они реально лучше светят от обычных старых фар, и, в общем, мы довольны. Фары стоят что-то около 22 или 27 долларов, на них цена меняется. Переходите на проверенный сайт Banggood, смотрите цены, если вы видите смысл в покупке, можете смело заказывать. Мы, в общем, довольны. Был рад сегодня для вас стараться, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, скоро будет еще много-много интересного. Спасибо за просмотр, всем пока!